Приветик всем! Снимаю видео о коробочке Beauty Insider Magic Box в июне. Коробка стандартного вида, как всегда. Давайте смотреть, что внутри. Здесь, как и всегда, карточки, фотки Beauty Insider, какое-то предисловие от представителя марки, продукт, который есть в коробке. Один из ароматов нишевой парфюмерии. Описание зачитывать не буду. Надеюсь, мне удастся кое-как сфокусироваться. Я уже не знаю. Вот. Я надеюсь, цену видно и описание тоже. Мыло для очищения пор. Не знаю, как правильно прочитать марку. Корейская косметика. Подходит даже для самой чувствительной кожи. Термальная вода от Avène. Маска, гель, маску нужно соединять, гель, собственно говоря, и порошок, и наносится на лицо, включая область вокруг глаз, на 20-30 минут. Да, описание, я думаю, тоже видно, можно прочитать. Дорогой достаточно продукт. Масло для тела, способствующее похудению, анти-О от Clarins, дренирующий эффект, устранение отечности и ощущение тяжести в ногах. Шампунь и маска для волос от Bonacure. Шампунь и маска предназначены для сильно поврежденных волос. Обещают глубокую регенерацию. Многофункциональный крем для лица Гидробио от Биотерма. От Биодерма, простите, SPF 30. Содержит запатентованный комплекс Акважениум, витамин ПП, салициловую кислоту и перламутровые частицы. Ну, понятно, каждый из этих компонентов оказывает свое действие. Карандаши для глаз N1, я так понимаю, от Rive Gauche. Один из восьми оттенков, по-моему, кажется. Обещает суперстойкость до 8 часов. Ночная маска от Origins. Питательная ночная маска, которая мгновенно увлажняет обезвоженную кожу и предотвращает дальнейшую потерю влаги. И двухфазный лосьон для демакияжа век от Babar, если я правильно читаю. Не знаю, как точно ставить ударение. Ну и давайте смотреть, как выглядит все это дело в реальности. Ну, что первое видим, это, конечно, карандаш. Это продукт полноразмерный. Так выглядит коробочка. И в этой коробочке лежит вот карандаш и точилка. Очень даже презентабельно выглядящая. Карандаш с растушевочным этим спонжиком. Мне достался оттенок номер 16. Вот я его уже и обломала. Хорошо, я открыла. Ладно, в общем, заточу. В общем, этот цвет такой, знаете, антрацит. Весело я открываю карандаши. Извините, не получилось показать. Один из ароматов это... Ну вот я не знаю, как правильно прочитать эту марку. Мне достался ванильный кокосовый аромат. Пробирка без распылителя. Маска и шампунь от Bonacure. Красивое очень оформление. 30 мл объем маски. И шампунь 30 мл. Тоже стандартный такой объем. 5 мл пробник крема Гидробио от Биодерма. Миниатюра крем, что я говорю, термалки от Avène. Здесь 50 мл. Тоже, по-моему, стандартный объем. Что мы дальше видим? Мыло вот это вот от корейской марки. Вот так и выглядит коробочка. В этом мыле не могу найти сколько. 25 грамм. Вот так вот оно выглядит. Это мыло сейчас покажу. Вот так вот я вытащила из пакетика. Похоже на лашевский продукт. Как-то так вот. Пахнет какими-то, ну, такой полуконфетный, полукосметический аромат. Эта упаковка такая вот простая, картонная, от масла Anti-O от Clarins. Вот так выглядит флакончик, 30 мл объем, это стекло. Что еще есть
в составе двухфазное масло Бабар, вот такая вот коробочка. По-моему, объем 20, да, 25 миллилитров. Вот так выглядит флакончик. Действительно двухфазный, здесь, наверное, не видно. В общем, двухфазный, там жидкость такая, пластиковый. Флакончик, пакетик Origins. И вот так выглядит миниатюрка этой маски. 7 миллилитров. Такая вот она маленькая. Ну и последний, самый ценный продукт в составе. Это вот эта вот хитрая маска, состоящая из двух компонентов. Вот это порошок здесь и гель, который нужно смешать. Я так понимаю, это полноценный формат одной, для приготовления одной маски. В упаковке их, по-моему, там несколько штук, 6 что ли. Не помню точно, что заявлено. По-моему, 6. Да, 6 штук. Говорят, что стоит это 9000. Ну, в коробочках, как правило, немножко цену завышают. Но я думаю, что 1008, наверное, стоит точно. Ну, что, как оценить состав, не знаю. Давайте пойдем, наверное, уже по... Начиная с наименьшего. Маска и шампунь от Bonacur. После удачного знакомства с линейкой Oil Reflections я как-то начала по-другому относиться к шампуням и вообще бальзамам и маскам. Как-то у меня такое расположение появилось. Но единственное, что я по-прежнему избегаю средств, которые не содержат сульфатов. К сожалению, эта линейка идет бессульфатная. Не могу пользоваться такими шампунями, поэтому шампунь я точно отдам. Маска, я не знаю, но, скорее всего, уйдет к маме. Что дальше по составу? Конечно, приятно, что в составе есть термалка от Авен, потому что это такой продукт, который летом очень нужен, ну, вообще нужен в любое время года. Термалки от Авен одни из лучших. Мне, конечно, La Roche-Posay нравится больше, но против Авен я ничего против не имею, поэтому это определенно хорошее вложение. Самый такой, наверное, загадочный для меня продукт – это вот это вот мыло. Я его сейчас отложу, чтобы не перепачкаться, пускай его обозначает упаковка. В общем, на самом деле, просто впервые вообще сталкиваюсь с таким продуктом, будет интересно попробовать. Не представляю, как умываться и снимать макияж. Наверное, глаза-то должно щипать. Хотя здесь Beauty Insider пишут, что вроде как глаза не щипят. Масло Anti-O от Clarins. Это очень приятный в использовании продукт, я с ним знакома, поэтому миниатюрку это, конечно, никому отдавать не буду и определенно ей попользуюсь. Не знаю, буду ли пробовать вот этот крем от Bioderma, потому что мне не очень нравится такая кучность, что ли, этих обещаний. И по поводу содержания перламутровых частиц, и по поводу салициловой кислоты, еще каких-то там комплексов. Как-то я не очень люблю такие продукты. Я люблю, когда все отдельно. Увлажнение отдельно, отшелушивание отдельно, ну и так далее. Средства для снятия макияжа всегда приветствую. Рада попробовать новинку. Поэтому, конечно, если принять во внимание, что с этой маркой я вообще не знакома, я не помню даже, подались ли мне пробники, миниатюры, хоть чего-нибудь когда-нибудь, поэтому средства для снятия макияжа и от новой марки, конечно, определенно, да-да-да, я ничего против не имею. Вот оно куда-то уже укатилось. Привет-привет. Ничего не знаю про марку Origins. Но поскольку маска заявлена как питательная, она представляет для меня интерес. Потому что питательные увлажняющие маски я люблю. Лишними они никогда не бывают. Если еще принять во внимание тот факт, что редко когда они оправдывают свои ожидания. Ну, в смысле того, что производитель может, конечно, придумывать там всякое, на что способна эта маска, а по ходу она ничего не делает.
Вот. И такая вот в ходе личной отбраковки не так уж и много и остается-то масок в активе после даже всех этих пробников, поэтому уж еще один вариант точно не помешает. Я непременно попробую эту дорогущую маску. Безусловно, я не собираюсь покупать, даже если мне понравится ее эффект, потому что цена слишком высокая, как мне кажется. Ну да, азиатская. Да, производство Японии, азиатская косметика. Но тем более за азиатский продукт. Я не знаю, я уже много раз говорила, у меня какое-то предубеждение. Но попробовать все равно попробую. Действительно просто интересно. И потом я, признаюсь честно, я почему-то вообще никогда еще ни разу не пробовала маски, которые нужно смешивать. Вот как-то я такие продукты все время стороной обхожу, я уж не знаю почему, но вот это вот я уж точно попробую. Все непременно. Что касаемо вот этого аромата, в описании, да, вот здесь сказано, что возможно было получить три варианта. И прежде чем вот вообще смотреть коробку, я смотрела вот именно, что указано в описании на этих карточках. И даже по описанию я поняла, думаю, вот хорошо бы у меня был кокосово-ванильный аромат. Ну, он мне, собственно говоря, и достался. Поэтому это меня тоже радует. Что касаемо карандаша, к сожалению, вам не смогла продемонстрировать его цвет. Ну, в общем, это антрацит. Карандаш достаточно мягкий. Я так повозил по пальцу. Футляр, конечно, пластиковый. Поэтому, скорее всего, со временем грифель там будет шататься. Но, может быть, нет. Вдруг они что-то такое придумали. Хотя, честно говоря, я сомневаюсь. Сразу же у меня появится возможность оценить, работу этой точилки, потому что вот, пытаясь вам его показать, я его тут же сломала. Да, ну, в общем, вот этим вот процессом и займусь. Отношение у меня к коробке сложилось такое. Мне кажется, состав очень хороший в этот раз. После вот ужасной юбилейной коробки эта коробка вроде как очень даже ничего. Вроде как даже очень интересная. С одной стороны, что в этой коробке лично меня радует? Радует то, что несмотря на наличие аутсайдеров, ну вот моих личных, например, как шампунь бессульфатный, я не могу сказать, что или вот с чисто практической точки зрения хотелось бы, да, какие-то новинки. Вот с этим продуктом я знакома, с Авен я знакома. Нет такого, что вот лишь бы отдать. Или же повторы какие-то, которые уже надоели из состава в состав, из коробки в коробку, особенно если заказываешь коробочки у разных сервисов. Ничего такого нету. Наличие дорогой марки, да, есть. Наличие нестандартных продуктов, как это мыло, да, пожалуйста. Полноценный продукт, да, продукт от Rive Gauche, но это, извините, не миниатюра какой-то, ну, вернее, не помадка, да, не рефильчик какой-то, это карандаш, это нормальный продукт, причем еще и с точилкой, весьма приятно. Ну, есть, конечно, Авен и Биодерма, но Авен – это термалка, которая всем нужна, а Биодерма, ну, это далеко не самая большая, не самая крупная позиция, скажем так, в этой коробке. Если говорить, что я вообще знаю об этих средствах, из того, с чем я знакома, но вот про Авен я сказала, что это очень хорошая марка, термалка, вернее, простите, про всю продукцию я говорить не буду и далеко не совсем знакома. Что касаемо вот этого вот масла, у меня в свое время было, наверное, 3 или 4 флакона полноценных по 100 мл этого масла, которое я использовала. Говорят, что оно подтягивает кожу, что оно способствует похудению, еще ля-ля-ля-ля-ля, далее по списку. Что я могу сказать от себя? Использование этого масла похоже, знаете, на занятие любовью без оргазма. То есть вот процесс приятный, а зачем, непонятно. Вот да. То есть как бы вот ничего оно не делает и ничего оно не дает. Но пользоваться им очень приятно. Но рассчитывать на то, что оно подтянет кожу и на то, что вы с ним похудеете, я бы не стала. Я уже попробовала этот аромат.
Мне так стало интересно, что же это такое за отпускной аромат, который они так хвалят. Я вытащила вот эту вот пробку, нанесла на блотер. Перед тем, как наносить, я пыталась вот как бы представить себе, что я ожидаю услышать и что хотела бы услышать в этом аромате. И приблизительно то и получила. Единственное, что я могу сказать, что аромат был бы очень хорошим, если бы база была немножко другая, потому что, на мой взгляд, база унисекс, а значит, она грубая, мужеподобная и резкая. И вот это портит аромат, при том, что сам он очень женственный. Сочетание кокосового молока и ванили просто бесподобное, но вот из-за этой базы, конечно, нет-нет-нет. Даже где-то тянет на такой аромат для дома, знаете, вот такой томный аромат для дома. Ну уж никак не на себе его носить. В общем-то, это, наверное, все, что я могу сказать об этом составе. Если рассматривать его чисто номинально, то есть вот заказал коробочку и получил за 1350 рублей, мне кажется, состав очень хороший. Средства интересные, разноплановые, средства макияжа, уход за волосами, за лицом, за телом, средства декоративной косметики. Придраться, в общем-то, не к чему. Напишите мне, пожалуйста, что вы думаете о составе этой коробки, какие продукты вы из этих пробовали, что бы вам хотелось попробовать, что считаете самым привлекательным в этом составе, а что считаете, что можно было бы выкинуть и, в общем-то, и было бы еще лучше без этого. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Надеюсь, видео было интересным, полезным и приятным. Всем большое спасибо, всем пока-пока.